пока начнем с лягушки. Что-то у нее в ногах мышцы. На лапках. Ясь, хочешь лягушку? Попробовать. А что в ногах мышцы? Мышцы. Вот. Попробовали мышцы. Я знаю, что нам давали в пекинском порту. Такие же лапки были. Да? Лягушка такая. Ну, по размеру, по крайней мере. А вы говорили, пекинская утка. Ну, что вам сказать? Жестковатое мясо. Вон у тебя целый стакан стоит, поливай. О, хочешь попробовать? Целый стакан. А то был в Таиланде и не попробовал лягушку. Даже не серьезно. Дима, дай кусочек. Я тебе дам ножку, ты любишь. Тут уже, видишь, пальчики даже обрубили. Не спущали никого. Дима, твоя любимая ножка. Смотри. Сам ешь. А хочешь крылышки? Блин, ушки, крылышки. Спереди, а что у них? Лягушка, лягушка. Пах, пах. Французы же едят, что-то в этом находят. Во всяком случае, она не воняет так, как вонял сегодня фрукт. По-моему, соус тоже воняет. Так зачем вьешь? Чтобы оценить полноту вкуса. Полная дырка. Ты не рожди. Полная. Ты что? Ну как? Комментарий. Полная. Мне 50 бат уже не стоит, конечно. Мне интересно, что за рыба? То ли сон какой-то, то ли... Ну, она сама похожа. Папа, потом она с усами. С усами. То ли змей голов какой-то. Это место мне. Я хорошо. Хорошо. Там. Яйца, по-моему, вкуснее. Покажу вам тесто. Ну что ж. О. Ты еще пузика не кушал. Ну что ж, кузнечику можно попробовать. Дима, ты брат. Слышишь? Да. Дима, ты брат. Да, брат. Таракан, но я бы не смел кузнечику кушать. Брат. Так себя. Брат.